Вот я и говорю, что меня крайне тревожит поведение Лёлика. Я бы даже сказала не поведение, а отсутствие поведения. Уже неделю, как он ни с кем не разговаривает. Только бормочет, что-то себе под нос бормочет. А сейчас и вовсе закрылся в своем домике. А если и говорит, то исключительно с розами в оранжерее. Бас, Буба, ну вы-то что молчите? Ну и чего такого? Ну закрылся человек. Может, ему одному побыть хочется? Может, у него нервы сдали? Я и сам порой думаю, глаза б мои никого не видели, кроме Буси. Ну ты скажешь тоже. Да наш Лёлик чемпион по нервам. Ты видел более спокойного Лёлика? Нет, я вообще других Лёликов не видел. Вот то-то же. Бормочет, закрылся. Слушайте, а может наш Лёлик влюбился? Да ты что, ужас-то какой! А как же мы? Мы останемся одни без Лёлика. Ну почему сразу панику? Это же прекрасное чувство. Я знаю. Я читала про любовь все. Там обязательно все умирают или раздаются. Нет, там все женятся. Это еще хуже. Лёлик, на кого же ты нас покинул? Да тише вы! Раскричались, как две чайки из-за кильки. Вот именно! Может, он просто заболел. Может, у него это, ну, розовая лихорадка, вот. Чего-чего? Почему розовая? Ну, бывает же золотая лихорадка. А у Лёлика розовая, от роз, стало быть. И он станет розовым, и у него вырастут шипы. И еще пустит корни. Ну все, надоело мне слушать всякую чушь. Сейчас пойду и спрошу у Лёлика сам. Мы с тобой. Не входить, идет эксперимент. И что бы это значило? Что бы это ни значило, а я пошел. Лёлик, а что это было? Это оглушительно взорвалась моя глупость. А где ты ее взял? Она всегда была со мной, только я не догадывался. Расскажи по-человечески, что с тобой и чем ты занят? А то в головах некоторых рождаются страшные фантазии. Конечно, расскажу. С той поры, как мы все чуть не погибли на черной дыре, меня не покидает одна мысль. Как найти средство, чтобы давало нам дополнительные силы и защищало от опасностей? Волшебный эликсир. Да, моя дорогая Боня. Именно эликсир и именно волшебный. Ну и? Ты нашел его? А его не надо искать. Его надо приготовить. В детстве моя бабушка поила меня розовым компотом. Он удесятеряет силы. Это что? Надо сварить в кастрюле букет из роз? Он варится из аромата роз. Бабушка знала рецепт, а я нет. Вот и экспериментирую. А в чем проблема? Собираем аромат, смешиваем с водой и дело в шляпе. И нет. Вечерние розы пахнут не так, как утренние, когда лежит роса. А в полдень они благоухают совсем иначе. Надо знать точные пропорции. Ну а мы для чего? Давай поможем. Спасибо, друзья. Я совсем увлекся и забыл про вас. Конечно, вместе у нас получится.